Всем привет, дорогие друзья! Итак, продолжаем рубиться в Рим. Я немножко, правда, подзабыл, что у нас тут было, но однозначно, посмотрев на политику, я пришел к выводу, что верность 36-39, это мы находимся под защитой. Я вспомнил, что у нас была битва с предателем Клавдием, или как его там звали. И еще то, что у нас Карфаген захватил полностью островную город, уничтожил Сиракузы. Мы готовимся к битве. Ну, как к битве, да, к тому, чтобы встретиться с Карфагеном, разбить и, возможно, эту провинцию хапануть себе. Да, вот тут у меня нанимаются войска, как раз, возможно, даже... А, и все, на все бабки, как говорится, на все деньги, да. Метатели, легкая пехотка, союзники экстраординар, ну да. Вот, эту всю братву мы заберем. И отправимся в бой. Также здесь что у меня? Этот охранный легион. Я не знаю, наверное, как-то его надо в режим укрепления, что ли, перевести. Вот вообще лагерь в лесу сделать. Что, если что, какие-то враждебные действия, чтобы мы могли отбиваться. Кстати, легионеры-ветераны. А с кем они у меня бились, что покоцанные. Кавалерии, кстати, кавы сколько? 6. В принципе, да, пойдет. Так, ну что, делаем ход, что ли? Денег-то нет. Конец хода. Опа! Цезарь Красин. Цезарь Красин. Красип. Цезарь Красип. Ему надо что-то на... А, это же... Прирост опыта, боевой дух всех отрядов, своя армия. Ну, с учетом того, что он так и будет. Так, общественный порядок. Минус 4, это 10. А, это его... Это его эти... Бонусы. Так, шанс сбежать и боевой дух всех отрядов. Да, такая армия у нас лютая. Кстати, что она будет делать? А, сейчас она наводит порядок Лепсис Магни, а потом наш протекторат Ливия. А, Гармантиды? Нет, Ливия. А Гармантиды союзник. Ага, ну все тогда, понятно. Ливийцы, протекторат. Ну и кого-то здесь можно наказать, наверное. О! Так, Гармантида наш союзник. А вот Гетулы, Турдетаны, Гетулов можно и понаказывать. Ну, этим мы займемся после хода. Ладно, поехали. Погнали. Так, ну ход прошел. Вернулся кто-то из политиков. Давайте посмотрим. Марк. Дипломата. Кому отправить? Давайте каким-нибудь... так, кому не отправляли-то еще? Гетулы. Гетулы хорошо к нам относятся, кстати. Гармантида, вот. Отправить. Так, устроить пир. В какой? А, в наших провинциях. Что сделает пир? Стоимость. Так, верность для этой партии. А, верность для этой партии. Ну, это нам пока не надо. Администратор. Верность этой партии. Это мы, да, понимаю, Корнели. Так, нет, а дипломат. Стоимость в монетах 500. Дипломат. Тоже куда-нибудь отправим. Вот к ценам. Ага. Все, этих отправили. Партии у нас пока верны. Людей... Нанимаем. Так, сколько там? 23. Предлагаю выходить уже. Какие бонусы есть у полководца? Сейчас посмотрим. Насаждение культуры. Нет, надо тут на найм. Пленники захвачены. Так, беспорядки среди рабов. Надо что-то нам... На найм пехоты, может быть. Так, наборы, пополнение наемников, скорость исследований не надо. Сейчас я поищу. Ну, боевой дух отрядов плюс 8 можно использовать. Так. Ранг всех конных новобранцев. Что там у нас по новобранцам-то вообще? Ну, для штурма двух городов нам кавы хватит, наверное. 4 кавы.
Тогда лучше, наверное, взять на боевой дух. Пленники, захваченные в бою. Во, вот это круто. Плюс 15%. Так. Так, что-то мяукает у меня. Ну-ка, прекращай мяукать. Бегает, мяукает. Так, легионеров у нас мало. Так, кто у нас еще есть? Собаки одна штука. Можно одну собаку взять. Легкая пехота, союзная. Это союзников лучше гастатов. Вот так возьмем. Я построил два в Каралисе, два здания, поэтому заказал, поэтому проблемы с наймом. Хотя, может быть, не жопится в Каралисе отменить. Так, что там у нас? Так, общественный порядок, ништяк, можно не строить. Давай лучше легионеров. Легионеров возьмем. Нихера себе. Во, вот это круто. Тогда отменяю я эту легкую пехоту. Лучше взять еще один стрелковый отряд. Вот так. 29, да. Ну и в таком виде можно будет отправиться сюда. Шпионов, к сожалению, у меня нету. Где они ползают, непонятно. Где-то на задании. Надо сохраняться. Пища. Вот надо здесь сделать будет пищу, чтобы в плюс вышло. Ну и в Италии тоже. Рост, когда позволит, до 4. Вот здесь, в Неаполе, надо будет что-то на еду заказать. Хотя вот сейчас здесь пища 4 вырастет. Ну как, она не намного вырастет. Так. Значит, готовимся к битве. И здесь смотрим, что у нас. У нас здоровая армия, 37 человек. Выходим из Лептис Магны. А в ней что строится? А, в ней пищеблоки строятся. Так, нам надо пройти как-то по этой дороге. Мимо союзников. И уйти к Турдетанам. Кстати, как они к нам относятся? Ой. Турдетанчики. Так хорошо же здесь сделано. По алфавиту можно ставить. Это вообще прекрасно. Турдетаны, блин, они хорошо к нам относятся. А тогда кто там? Гетулы. А гетулы, блядь, тоже хорошо относятся. Тогда... Тогда. Вот ливийцам, надо к ливийцам, конечно. Вот, давайте к ливийцам зашлем дипломата. А, денег нет. Блять, к ливийцам надо засылать. Тут что-то они быкуют. Так, 0-0. Ну ладно, возвращаюсь. Здесь, я не знаю, в Африке вообще смысл есть держать такой гарнизон. Или может попробовать перебросить Сиракузы. Не знаю, флот-то есть, нет у них. Карфаген. Ну-ка давай. А, вот же агент, отлично. Вот сюда высажу его. А может, есть смысл перебросить на остров. Все, сейчас легионеров берем и вступаем в жесточайшую схватку. Правда, не успеет наш агент прийти. Хотелось бы, конечно, подгадить агентам, прежде чем наступать-то. Можно потом... А, бля! А вот это интересно. Нихуя себе. Retreat, men! Retreat! Да нихера себе. Так, ну чё, пиздец. Два слона. Либо финикийская конница. Наемные знатные воины. Так, сохраняемся. Не успел я нанять легионеров. Вот
это нам сейчас дадут Джазевича. Ну, погнали на поле боя. Во. Так, лучники. Так, два. У них метателей немного. По метателям должны их перехитрить. У нас раз, два, три, пять метателей. Наемники. Ну и придется нашей пехоте выстоять. А также переиграть кавалерию. Нихерати. Ну что, построились мы, ждем супостатов. Так, ждем супостатов. Поставил экстрадинар впереди. Тут легионеры. Что-то настройки у меня слетели у Рима, не пойму. Почему? Так, давайте подождем, где они? Так, кавалерия. Так поставлю. Так, зона влияния генерала. Я бы даже собак поставил вот сюда. Гену вот сюда. У него зона влияния. Блин, не дотягивает до вот этих вот легких войск. Я бы скорее вот так их сюда. Так, а, это легионеры. Вот, да. Вот этих пехотинцев бы вот сюда. Легионеров второй линии. Так, кавалерию не видно. Ну чё, где эти демоны? Что-то неохота их провоцировать. О, блядь, понеслась. О, по слонам. Отлично. Слонам, ребята, по слонам. Ёб твою мать. Ёбаные дураки. А, блядь, уже который раз такая херня. Давай по слонам бей, блядь. Слоны неубиваемые. Блин, ну пожалуйста, бей слонов. Слоны, ну имба идет, неубиваемый. Так, начинается обстрел сбоку. Надо ждать. Погнали по слонам. Побежали, слоники, побежали. Еще дротики. Есть.
Кавалерий много. Блять, истребляют моих пацанов. Бля, что-то надо с этим делать. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Сука, что за бред, блядь. Нельзя допустить. Riders, advance! Входим. Missile infantry ready. Так, кого здесь косят? Ливийские гоплиты пошли, ага. А вот и Кава. Вперед. Погнали. Бежали собачки. Конница. Генерал, выходим. Генерал! Advance at speed! Sokiyi, ready and waiting! Пиздец, дают дрозда, блядь. Так, что с кавалерией моей? Бля, нас выносят. Сука, наемная кавалерия. Держаться. Квадрат. Все, вынесли. Все, нас выхлестнули, и теперь... Надо наказать метателей. Да, снесли. Снесли. Ну вот теперь ясно, куда отправиться. Куда теперь отправится наш стек. Давай, чардж. Все, всех выхлестнули. And riders, advance!
свалить-то можно, нет? Или до смерти надо бить? Yes, commander. Attack the positions. Пиздец. On my order, withdraw. Да, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, слонов убили, много ли... Так, лучники всякие, застрелы, надо было своих застрелов вперед выводить. Завалить слонов для них было бы минутное дело. Угу. Зато не дали бы убить несколько отрядов пехоты. Угу. Не успел нанять, блин, легионеров. Зря только бабки потратил. Или строительство отменится и деньги вернутся. Что-то наш совсем вот снизу вверх, что-то очень мало перебили народа. Вот метатели, что это такое? 7, 20, 23, это вообще что-то нереально мало. Да, 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 да. И куда сейчас у меня ломанутся эти? Блять, ведь он был губернатором, сука. Пуф. Доб, да, понятно, что доблестная смерть. О, к себе возвращается. Ну все, жди тогда. Сейчас я других ребят найму. Сейчас из Рима возьмем когорту орла. Легионеров-ветеранов. И тогда уже по-другому поговорим. И сразу стало ясно, что кавалерии мало. Нужно кавы 8 отрядов. 4 кавы это херня. My lord would have me propose a treaty between us. Дай похеру. I will go. Не будем мы эту Африку сейчас трогать. Пусть Африка спит спокойно. Колонии мы взяли. Пора возвращаться и забирать наши провинции, которые враги под боком. Если еще, не дай бог, флоты начнут делать. Ну, давайте разберемся. Деметы. Так, да... Блядь, целое поселение, это где? С щедрой данью. Так, огнеупорный. Кирпич. Ёпты. Демет, может это? Сдрисните отсюда. Так, что ты прям пиздец. Ха, в Британии отдали регион. Надо прекращать этих ребят. Бой ретейцы. Надо прекращать этих ребят отправлять к незнакомым гражданам. Вольтера пища. Так, ну что... Ну что, пипец. Жесть. Так, а если я перепрыгну через море? March. Так, давайте-ка карфагенцам устроим небольшой... Небольшой рок-н-ролл. Так. Вот этот человечек. Просим помощи у союзников, чтобы его расколотить. Так, самая ближайшая точка Неаполь. Ах, собрать войска. Так, Корнелии, дом Юлиев, Юниев. Так, Корнелий, берем его. А, блядь. О, во, есть политик прикольный. Во, вот этого, восстановить наследие. Первый легион был уничтожен. Возьмем претарианцев.
И отправимся сюда. Так. Ну что, пошел найм. Так, пошел найм. Претарианцев 2. Первая когорта 1. Легионеры, ветераны. Вот так, да? В идеале бы надо еще одного полководца. Или, блядь, отправить этого. Давай-ка в натуре. Здесь возьмем кавалерию. Раз, два, три, четыре. У этого сколько кавы? У этого 4 есть. Ну вот, 4 кавы берем. Ему берем легионеров. Претарианцы 2. Первая когорта. И ему тоже кавы. Он отдаст кавалерию сейчас моему парню, вот этому. А этот парниша идет сюда. Здесь мы встречаемся. Передаем ему кавалерию. И заодно перки. Так, перк. Доход от всей торговли. Ну, один ход еще пускай стоит, хотя... Ну да. Налоговая ставка. Так... Пополнение наемников. Мне что-нибудь надо на военочку. Вот, боевой дух всех отрядов. Это у того чела, который погиб. Так, 38. А тогда что мешает? А что мешает нанять-то? А, мешает нанять каву, потому что только один нанимает, другой... отдает. Так. Тогда, может быть... Тогда, может быть, сделать по-другому. Тогда, может, подойти. Отдать ему вот этих. Самому нанять 4 кавы и, допустим, так, претарианцы, первая когорта и легионеров ветеранов. Да, вот так. А этот чел нанимает себе обычных, нанимает обычную пехоту, но уже на следующий ход. Да, тогда уже не придется. Да, здесь, конечно, прокачанные в плане союзной пехоты до серебряных лычек, но я думаю, это не страшно. Здесь работает агент. Все, а этот товарищ после найма отправляется в ту сторону. Так. Что там с продажей рабов? Так, ну еще ходик подождем. Число рабов 31%. Да, много. Плюс подкрепление из Африки. Все, а здесь на всякий случай тусуется наш генеральчик с небольшим отрядом. О, пища. 9. 4, 3, во. Так, теперь что у нас там по строительству? Что-то надо было сделать. Ну-ка, подожди, по армейке. Флот. Так, вы корабли.
Вот, давай вот этот, выстрелы. Выстрел в минуту. Все, этот стоит. Теперь, что у нас? Да, действительно, злостные карфагеняне. Так, 23 пищи. В Риме что-нибудь можно строить? Все построено. В Каралисе. Вот это. От скорости исследования и школа гладиаторов. Пусть строится. Массовое такое строительство. Так, а здесь что у меня? А, верность политической партии. Подожди. Схерали столько денег-то вваливать. Ставим эдикт на строительство минус 25%. И на следующий ход заряжаем всю эту стройку. Стройку века. Здесь нормально. Здесь нормально. Ну и все, надо делать ход. Делать ход. И у меня тут еще, блядь, провинция. Я охренею. Так, и отправить к ливийцам вот этого чела. Так. И вот этого отправить к бригантам. Так, здесь сейчас будут. Так, и здесь, наверное, надо собрать войска. Так, Юлий, влияние. Да, пусть будет. I want hourly patrols. Так, и никого нанимать мы не можем. Может, наемничка? Так, что там? Будильник. Может, наемничков пока парочку? Ну, хотя бы одного. Силы и слабости. Да, это понятно. Ну, 137 пойдет. Да, было бы трое, их можно было бы троих нанять. Срочно здесь порт, надо строить торговый. Все, погнали. Короче, Карфаген атакует, атакует нашу провинцию. Еще и ночную атаку он поставил, вот гнида. Вигилы, плебс, левисы, легионеры. Так. Блин. Ха, шанс в ноль. Шансов ноль. Да. Пиздец. Срочно. Хорошо, что я переделал войска, перетащил тот легион сюда и нанял конницу сразу. 44 убито. Да нихера, надо было вручную драться. Уж никак не 44 человека мы бы убили. Мы бы встали в улице как-то там. Даже дротиками бы покидались, и легионеры бы мои тоже бились. Да, там была бы стрельба, конечно, и много потерь от стрельбы, но не в такой же степени. Нихера нам колонию подарили, блядь. Нихера механика, блядь, игры. Эй, хорош, не быкуйте. Вот гнида, а? Ну все, молись. Договор о ненападении, давай, пока. Похуй. 2000 согласимся. Нам главное сейчас закончить с Карфагеном, а потом уже будем с ними, с варварами там разбираться. Тут нельзя рисковать. Два фронта у меня не потянет. Тем более, лигурийцы постоянно выходят с той стороны. Был ранен. Приговорили к смерти. Союзники принимают цель. Дипломат казнен. Корнелий.
Так. We hunger for battle. О. Come, fight for Rome. А, Гармантида. Так, расценки наемников. Ладно. Через 8 ходов это будет. Поселение потеряно. Пиздец. Издан эдикт. Вот, теперь со скидочкой заряжаем. Ну ты охренел, блядь. Make haste, men. Your next command. Ready for further orders. Soldiering, it's a good life. Так, берем каву. А, нет, эти уже есть. Первая когорта есть. Легионеры-ветераны. Легионеры. Хотя. Легионеры, ладно, давайте-ка еще метателей возьмем. О, блин, прикольно. Какие юниты. Так, хорошие юниты, но нам нужна баллиста. Стрелок хотя бы один. Так, ну что, вышибать надо этого гондона отсюда. Так, ну прежде чем вышибать, давайте на следующую серию встретимся. Я вот сейчас подумал, что в принципе это уже длинное. Так, этот парень пускай сделает какую-нибудь гадость. А, так, все это чаяние среди населения. Ну что ж, неплохо. И наша армия тоже. Флота пока незаметно. Поэтому нам надо выпрыгивать в море. Так, здесь далеко идти. Давайте попробуем спрыгнем. Ну, блядь. Рискуем, конечно. Но ничего, я думаю, отобьемся, если что. Так, здесь у меня гарнизонщики. Давайте отобьются. Ну что, давайте следующую серию начнем как раз с атаки на Косентию, потому что они озверели. Все, ставьте лайк, пишите комменты. Увидимся в следующей серии. Всем пока.